Techno. Итак, дорогие друзья, я на борту Nordic Tug 34, маленький, одномоторный, прекрасный траулер, типичный представитель американского судостроения. Окей, окей, great. Мне разрешили поснимать даже двигательный отсек, но сейчас мы начнем с каюты, с носовой каюты. Это однокаютный, вот такой вот V-berth называется, нет, это center berth. Вот с обеих сторон можно пройти, маленькие иллюминаторы, тесновато, конечно, на 34-м тесновато, вот, ну, как бы вот такая вот каютка, гальюн с душевой кабинкой. А вот тут, как говорится, шкафчики такие объемные, большие шкафы. Вот еще раз гальюн, шторкой закрывается, значит, душ, называется wet head. Мокрый полностью. Вот. Ну и поскольку мне разрешили заглянуть в двигательный отсек, спускаться я, конечно, туда не буду. Значит, это Янмар. Вот так вот выглядит с одной стороны. Это генератор Cummings. Onan генератор. Все сухенько, все чистенько. Вот такая вот красота. Вот, сейчас я открою хэтч центральный. Да, места, конечно, достаточно. Пожалуйста, батареи для трастеров, для подрулек. Вот, вот такой вот Янмар стоит. Но я туда вниз не полезу. Вот. Вот, закрыли. Значит, здесь у нас электропанель. Вот, электропанелька. Такой штурвал. Значит, картплоттер Garmin. Рация Standard Horizon. Это держатель для iPad. Значит, будильники и так далее и тому подобное. Это что? А, это термометр. Вот, кстати, температура у нас резко понизилась. Значит, вот сейчас время 11 часов. Вот барометр. Все, значит, как говорится, к тому, что сейчас опять будет лить. Ну, у нас на самом деле будет лить до понедельника. Вот, вот такой вот access у него на левый борт. Значит, sliding door такая. Точно такая же дверца по правому борту. Леера не полные, только вот по носу. И все. Лееров больше нету. Сейчас спустимся в салон. Вот галлей. Это такая кухонька. Камбуз. Кофемашина. Это, скорее всего, винный холодильник. Потому что вот основной холодильник, микроволновка, вот, и такой вот угловой диванчик, вот, ну и кокпит такой маленький, там чисто вот 2-3 стульчика поставить и больше ничего. Сейчас еще выйду, сниму снаружи. Ну, вот с погодой, конечно, не повезло. Вот такая площадка, имитация трубы, стоит радар, телевизионная антенна, GPS-антенна, а вот
вот такой лючок. Это люк в лазарет. Подвеска для тузика с электрическим мотором. Вот. Ну, люди начинают потихонечку прибывать. А мы сойдем. Вот так вот он выглядит. Смешной, конечно, очень красивая лодка. На самом деле, классика американского судостроения. А вот Nordic Tug 34-й.